ваши жилы! Меня сейчас убьешь ты цепью своей! Его фотографируйте! Фотографирую! Вы подлежите уголовной ответственности! Что вы творите? Есть определение Верховного суда. Вы что здесь творите? Российской Федерации никто не отменял. Вы хотите сесть в тюрьму? Хочешь сядь? Я еще раз говорю, документы получены незаконно на вырубку. Если у вас нет семьи и вы готовы сесть в тюрьму, пожалуйста. Забирай вилы и уходи. Ваши действия незаконны, уважаемые товарищи. Нормальные деревья повыпиливали, офигеть. Вы попадаете под статью уголовной ответственности. Да, забирайте, уходите. Все повалили, что попало, творят. Нам хочется жить в природоохранной зоне, а не в городе. Мы хочем жить нормально, возле леса ходить, дышать свежим воздухом. А вы вырубаете деревья незаконно. Есть постановление Верховного суда. Паспорта объекта, что здесь стройка, нету. Ограждения нету. Где паспорт объекта, что здесь производится работа? А? Где паспорт объекта? Скажите мне, пожалуйста. Где паспорт объекта? А это не митинг. А сейчас кто нанят? Кто для чего заплатил? Ну-ка расскажи. Нанят. Что ты придумал? Нанят. Да что творят-то? Кто там еще что пилите-то? Вы что там творите-то? Нормальные деревья выпиливайте, оу! Ты убьешь кого-нибудь, слышь? Вы что творите тут, беспредел? Глуши свою пилу! Ты что тут творишь? Задавишь кого-нибудь? Ты кто такой? Ты что творишь?